Недавно Министерство обороны России объявило о проведении закрытого аукциона на сумму 485 миллионов рублей на покупку средств контроля за активностью в интернете воспитанников учебных заведений военного министерства. По информации на сайте госзакупок, 71 миллион рублей нужен для продления лицензии на использование программы, выявляющей конфиденциальные документы, попавшие в интернет, также отслеживающей настроение коллектива и определяющей нелояльных сотрудников. Оставшиеся деньги потратят на спецоборудование и комплекс средств по фильтрации при доступе в интернет. Вы контролируете ситуацию, да? Теперь напишите на бумаге, что я отнял у вас, что вы потеряли. Мои иллюзии. Вы способный ученик. Действительно, интернет и соцсети остаются серьезной угрозой не только для психики военных курсантов, но и для психики всего подрастающего поколения в целом. Печальные подтверждения этому можно нередко услышать из СМИ. Нейрохимические импульсы, запускающиеся во время сновидений, фантазий, невозможно отличить от тех, что зарождаются у нас в голове, когда мы переживаем все это наяву. Если наше восприятие нас обманывает, откуда нам знать, что реально, а что нет? Когда-то за вредоносное распространение информации общественность критиковала телевидение. А я все чаще замечаю, телевизор мне природу заменил. Прошло всего несколько десятков лет, и место последнего уверенно занял интернет. Поскольку проблема контроля за информацией является всеобщей, то после успешного тестирования на курсантах не исключено, что Министерство обороны может начать внедрять механизм повсеместного контроля за интернет-пользователями. Не совсем в точку попали, но, как говорили на фронте, действия ведете в верном направлении. С этой точки зрения вопрос может коснуться каждого из нас. Поэтому общественное обсуждение уже в настоящее время просто необходимо. Кроме того, ведь речь идет о полумиллиарде бюджетных рублей. Надеюсь, что Министерство обороны нам будет только благодарно за помощь в их правильном освоении. Итак, несколько слов о возможных слабых местах системы контроля за активностью курсантов в сети интернет. Во-первых, на мой взгляд, среда, в которой сомневаются в твоей абсолютной преданности государству и тратят на поиск доказательств этого сотни миллионов рублей, сама по себе может способствовать росту нелояльности среди учащихся. Почему ты сомневаешься и всегда во всем видишь подвох? Я чувствую, что-то у нас здесь не так. Во-вторых, система фильтрации при доступе в интернет может сформировать искаженное представление молодых людей об окружающем мире. Что им известно о внешнем мире? Очень мало. Все то, с чем они здесь сталкиваются. Программы, комиксы, книги, компьютерные игры призваны укротить их агрессию. У них уровень развития 15-летних подростков. Понятно, что у Министерства обороны свои приоритеты. Однако, что если вдруг что-то пойдет не так? И система контроля вместо выявления недовольных начнет сеять разлад внутри вооруженных сил. Министерство вложило серьезные деньги в наш проект. Нельзя, чтобы у них появился повод для сомнений. В-третьих, думаю, что при желании курсанты смогут обойти дорогостоящую систему контроля, выйдя в сеть с помощью даже самых примитивных интернет-устройств, о существовании которых Министерство обороны даже не будет знать. Не исключено, что данная лазейка сознательно оставлена министерством. Нужно же руководству как-то самому выходить в интернет. Ну, или премировать отличников учебы. Думаю, что не будет проблемой, если, обнаружив вышеназванные риски, Министерство обороны захочет отказаться от своих планов по внедрению системы контроля. Поскольку на сегодня операционные системы компьютерных устройств, а также провайдеры сети позволяют ограничивать доступ пользователей к определенному контенту в интернете. Что касается компьютерных устройств, то данная функция доступна на всех гаджетах, начиная с базовых комплектаций. При этом за ее использование дополнительная плата не взимается. Данная информация не является рекламой, а я лишь хотел уточнить, интересны ли вообще Министерству обороны альтернативные пути решения. Все же полмиллиарда на дороге не валяются. В принципе, этим лайфхаком может пользоваться каждый родитель самостоятельно. Для защиты от интернета направлять своего ребенка на обучение в военное училище вовсе не обязательно. Однако, если серьезно, то думаю, что глобально проблему контроля за распространением информации вряд ли когда-то удастся решить. Развитие технологий не стоит на месте. Поэтому, каким бы ни было решение этого вопроса сегодня, человечество неизбежно столкнется с новыми информационными угрозами завтра, когда на смену интернета придет иная форма передачи данных на расстоянии. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Друзья, подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором», чтобы пока вам не ограничили доступ в интернет,
быть в курсе самых интересных последних событий и не только. С долей авторского юмора. Спасибо за внимание. Пока.